3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Накануне праздника для людей с ограниченными возможностями здоровья провели торжественное мероприятие, на котором чествовали активистов общественных объединений и победителей фестиваля «Мы есть у тебя, Россия». О тех, кто вопреки жизненным невзгодам идет всегда вперед, расскажут Надежда Калинина и Игорь Ванчугов. В этот день в зале городского дома культуры собрались наши земляки. Сильные духом люди, настоящие оптимисты, умеющие встречать улыбкой каждый новый день. Председатель районного совета Григорий Литовко выразил искреннюю благодарность за то, что они, несмотря на болезнь, сохраняют радость жизни, активную гражданскую позицию, занимаются творчеством, спортом. Григорий Литовко наградил за активную общественную деятельность председателей первичных организаций Общества инвалидов Славянского района, активистов других общественных объединений. Я хотел бы прежде всего поблагодарить вас за вашу такую жизнестойкость, за крепость духа, за силу души. Порой обычные люди так не живут, как живут люди с ограниченными возможностями. Наперекор судьбе люди с ограниченными физическими возможностями здоровья борются с недугами, занимаются творчеством, спортом, работают, принимают участие в культурной жизни города и района. В далеком 1990 году одна сильная и неравнодушная женщина, Любовь Кузьменко, решила объединить вокруг себя людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, чтобы подарить им возможность общаться, путешествовать, жить полноценной жизнью. Так в Славянске на Кубани появился клуб инвалидов «Надежда». День инвалида, я считаю, что это не как праздник, а как бы обратить внимание на нас, чтобы была доступная среда, чтобы было, чтобы мы вышли из четырех комнат и общались. Самое главное – это общение, а когда есть общение, чувствуешь поддержку, вот, и тогда можно жить. В Славянском районе несколько общественных объединений социальной направленности, членами которых являются инвалиды. И они – активные участники в социально-культурной сфере района. Совсем недавно прошел фестиваль-конкурс художественного творчества инвалидов «Мы есть у тебя, Россия», в котором они приняли участие. Все победители были награждены грамотами и подарками, после чего дипломанты фестиваля порадовали своим творчеством собравшихся в зале. Надежда Калинина, Игорь Ванчугов. Программа «События». Это Россия!